Всем доброе утро, ребят. Ну что, всех с праздником. Поехали посмотрим. Вчера на русском сервере открылись акции. Я их так немножко рассмотрел. Открылся подарок за вход. Там, конечно, печаль полная по сравнению с тем, что было. Ну, просто тупо урезали халяву. Я вам показывал вчера плюхи на день замка владельца. Ну, а сейчас мы посмотрим за вход и карту богатства. Ну, подарки за вход. 100 значков почета. Ну, в принципе, это нормально было, плюс-минус. Если я не ошибаюсь, по-моему, давали нами 200. Или по 100, ну, точно не помню, больше-меньше. Потом у нас шли там кулаки. Нам дают сейчас вот эти вот руну эмблемы. По сути, никому не нужны, потому что вы... В большинстве случаев на многих серваках получаете 8, 9, а то и 10 эмблемы и тратить бессмысленно красные камни на ковку, так как они нужны, их надо дофига на прокачку прорыва. Дальше у нас какого-то фига запихнули одну сумку, 7-ю. Ну, я не знаю, это, честно скажу, это писец, это бред. Лучше расходники бы дали. Дальше нам опять дают руну эмблемы, которая, по сути, ну, в большинстве случаев нафиг не нужна. Ну и дальше дают у нас 50 перекусов питомца. Ну, и тут ты понимаешь, что нету смысла даже заходить в эту акцию, фармить ее, по сути. По большому счету ты нифига не потеряешь. Так, еще у нас еще есть сокровищница, счастливое число. И открыли у нас настолочку. Новая настолка, мага дают, берсеркера 50, ой, 70, 100 этого механоида, ну такое, 70 пазлов, 200 этого, ничего, скажем так, мега прям супер интересного нету, оккультист, камешек, ну такого, чтобы прям мега вау. Единичку вы никогда не выкинете, соответственно, вы первый этот мешок не заберете. Пазлик, ну вот за пазлы единственное, что это расходники на прокачку суперпэтов, либо скин. Все, оккультист кому-то нужен, ну я не знаю, наверное, еще кому-то нужен. Карта далеко, то есть, соответственно, шансов того, что вы достанете донатную карту, тоже никаких нет. Поехали дальше. Карта богатства. Так, вот там желаний забрали. По-моему, если не ошибаюсь, он дольше был. Ну, может быть, я провтыкал, но я не знаю, что его закрыли. Мне кажется, что все-таки раньше его закрыли, чем должно бы. Ничего себе, сумку вытащили. Это быть карта богатства. Карта богатства, если я тоже не ошибаюсь, такая же, как и предыдущий. Только единственное, если я... Помню, там была одна сумка пэтов, здесь я смотрю, и вторая, и пятая есть. Ну, относительно тоже, в принципе, неплохо. Такс, давайте. Сейчас что-то заберем. Так, понятно, за донат нам лепят. Сейчас у нас как раз обновились акции. Давно я уже на русском не фармил. Сейчас должны еще кучу всего понакидывать. Давайте перезайдем. Ну, как по мне, день замка владельца убили. На Тайване я вам показал, какие плюхи были. Типа за вход. Может, их сейчас тут дадут. Да, их тоже дали. Довольно-таки, в принципе, неплохо то, что вы получаете 100 суперпэта. Ну, на многих серваках у вас не будет расходников для прокачки, особенно на русском сервере. Так, день замка владельца. Поехали, просмотрим детали, какие они нам дали. Плюхи мы эти забрали. Понятно. Хватайку открыли. Поехали, посмотрим. Что за хватайка, мастер? Говорю, мастер. Блин, проснулся еще. Не разговорился.
У вас не осталось попыток. Ну, короче, я что-то вытащил, походу, уже не понял, что. Сейчас посмотрим. За 20 карты, в принципе, довольно-таки неплохо. За 30 тоже крутое плюхи. 200 пульсета, если вам повезет. Но здесь, конечно, круто. А расходники меньше. Ну, там все остальное печально. Вот это вот реально круто. А набор обитателя, войди в игру, ежедневный бонус, понятно. Любую покупку. Охотник за богатством даже открыли. Короче, куча акций, которые печальные, как у меня. Найм героев X10, временные акции. Ну, такое, по сути, больше ничего интересного нет. Короче, как по мне, то День замка владельца реально похер. О, ничего себе, посмотрите. 5 коробок за 6000 самоцветов. Это, ну, это просто без комментариев. Если я не ошибаюсь, эти коробки у нас были где-то здесь. В карте богатства, по-моему, они были, а может и нет. Но карта богатства такое. 20 книг. Блять. Смотришь на это, четвертые, это просто боль. Писец, посмотрите. Ни о чем. Добрый, это добрый набор. Но, я не знаю. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, фон, ладно, там. Еще 200 купонов кому надо. Ну, 6 тысяч за 5 коробок. Вы, походу, угораете, реально. Поехали на английский сервер. На немочку и обзорчик вам чуть-чуть попозже сделаю. Там еще доменяется. Там фонари открыли вчера. Я уже не писал. Плюс плюхи. Ну, там в 11 все обновится. А, так, забрали на английском сервере. Смотрим. То же самое Fortune Hunter сделали. Suck and Treasure. Это за донат сундуки. Amazing. Treasure Mining. Есть гемы. Ну вот нормальная тема. Гемы. Точнее сундуки. За трату гемов. Это круто. Настолка. Вот такая же. Получили мы пазлик. Забрали расходники. Награды за вход. Сейчас чекнем просто нем куда-то. То же самое все. Accumulation. Land Prospector. Коллекционер. Ну вот коллекционер крутой. За циклопа 200 этих. Это считайте, как вы 4 дня будете заходить в этот, в акцию. За вход. А у нас, кстати, нету. Ну, пофиг, что нету там настолки или этого. У нас есть настолка, нету хватайки, да? Но зато здесь есть сундуки. Кстати, я так и не чекнул. Сундуки поменяли или нет? Плюхи нет, не поменяли. Те же самые. Дискаунт. Блин, стирачка, она мне нужна на этом. На немке то же самое, карточка. Единственное, что на немке может поменять, здесь с питомцами карточка тоже. Ну, не знаю, мне оно не нравится, честно скажу. По сравнению с тем, что было, это просто трэш какой-то. Тоже то же самое. Thank you pack за 6000 самоцветов, 5 коробок. Да вы что, бахнулись, что ли? Ну реально. Походу реально бахнулись, ребята. Поехали еще немку глянем. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Не знаю, бомбить, не бомбить, я уже к этому привык. Что на битве замков тупо на нормальные дни, на какие-то праздники тупо режут акции. Так, есть, забрали. Вот здесь вот я сейчас покажу фонарики, кастрированные фонарики у нас.
по сравнению, ну, с другими серваками относительно такое себе, честно скажу. Ну, в принципе, может и где-то плюс-минус такое же, как и на других, но последние плюхи, да, смотрите, здесь осколки дают. То есть здесь нету целых героев, то есть такое себе. Это все пока старое, в 11 часов обновится. Давайте островок еще заберем. Загляну еще эти акции. Да, все, больше ничего нет. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Всем удачи, всем пока.